Я дуже дякую всім, хто дійшов сьогодні до арт-квартири. Ми називаємось Black Молоко. Для мене таким толчком к созданию проекту Black Молоко стала наша група Aesthetic Education, которая существовала после розпаду Океана Ельзи, оригінального состава. Юра Хусточка и Шуров организовали новый проект, который просуществовал некоторое время. Это был первый в Украине качественный англоязычный проект, вот, который, к сожалению, прекратил свое существование, но, тем не менее, они успели сделать несколько очень классных вещей. И для меня это было своего рода ориентиром. Вот. По моим личным наблюдениям, туристические города хуже в плане аудитории, такие как Львов, допустим, или Одесса. То есть там народ более расслабленный, более ленивый, там, мне кажется, лучше идут какие-то дискотеки, вот такого плана ивенты. А вот мне кажется, что как раз Днепр, как город деловой, вот здесь должно быть все в порядке с аудиторией. А вы хотите расслабить людей или как? Что вы хотите донести? А мы никогда не знаем. То есть мы начинаем концерт и никогда не знаем, в какую точку он заведет. То есть... Black Молоко — это такая некая аморфная субстанция. Она может потечь, плыть куда угодно, да. И может привести в одно состояние, перевести в другое состояние. Площадки, где хороший аппарат и человеческое отношение к музыкантам, можно пересчитать там, на пальцах одной руки. У нас, во-первых, до сих пор совковый стереотип о том, что музыкант – это не профессия, он до сих пор бытует. Да, то есть такой бездельник, которому в кайф там колбасится на гитаре. Вот, но, то есть, а ты что, еще денег за это хочешь? Ну, ты вообще оборзел, парень. Русскоязычным группам, конечно, легче, ну, всегда легче группе, которая поет на языке своей аудитории. Понятно, что англоязычным группам сложно. Зато у нас есть возможность перешагнуть границу Украины и выйти за ее пределы. А, допустим, те же Океан Ельзи, собирая Олимпийский в Украине, не могут собрать даже клуб средних размеров в той же Франции. То есть там на них придет только диаспора, то есть люди, которым интересна украинская тема. Мы не пытаемся казаться лучше, чем мы есть на самом деле. Это большая проблема большого количества украинских групп. Вот они пытаются выпрыгнуть из штанов, при том, что, по сути, еще ничего не добились. Штанов нет. Да, то есть... То, что ставят по радио, не знаю, откуда берется эта музыка. Ну, она какая-то неинтересная, она скучная. Все, ну там однообразное все, там, ну, смотреть это невозможно. Считается, что сейчас волна, то есть бум такой, ну, новой украинской музыки, но на М1 ее не встретишь. Это хорошо, что люди жалуются на качество, потому что люди понимают, что уровень должен быть выше, а это значит, что качество, возможно, вскоре. Да, то есть возникло уже, ну, требование со стороны аудитории как-то, то есть раньше было отношение такое, people says have it, то есть сейчас это уже отношение не прокатывает, то есть надо уже что-то, ну, двигаться дальше. Будем играть везде и будем в каждой стране, и может даже когда откроют какие-то другие планеты, мы полетим туда с концертом.